Всем доброе утро. Пью чай и занимаюсь вот такой красотой. Посмотрите, какая красота. Я не думала, что это так увлекательно. Настолько. Вот камера блеск не передает даже. Очень красиво. Буду собирать. Вот, хочу вам показать готовую работу уже. Это мозаика из фикс-прайса. Очень мне понравилось. Никакого брака. Выглядит великолепно. Думаю, что куплю, наверное, еще какую-нибудь интересную. Просто колоссальное удовольствие получила, вот честно. Просто обалденно. Мне очень понравилось. Спасибо за это Лене, Елена 171. Я у нее увидела. Тоже решила попробовать. Классно, сверкает. Всем доброе утро. Я тут занялась уже новым занятием. Пока у меня все спят. Я уже попила чай. И вот занялась вязанием. Позже покажу вам, что это будет. Снимаю своих голубей. Прилетели с утра, поздравляют меня. Сейчас они отобедают. Потом будут опять летать. Прилетают вот сюда на окошник, на карниз. Приветствуют меня. У нас сегодня хорошая погода. Сегодня у нас ноль, все тает. Сейчас я сделаю несколько домашних дел, наверное, с вами. И мы поедем в сторону леса. Посмотрим там, смотрите, вот еще воробьев сколько. Голуби кушают, а воробьи подбирают там у них. Мне надо сегодня посадить цветок. Гиперастром я уже показывала. И мне надо посадить огурцы. Я заказала фитолампу. Как раз, наверное, когда все это проклюнется, фитолампа моя придет. Я так надеюсь, предполагаю. Вот, что еще мне сегодня надо? Приготовить какой-то завтрак по-быстренькому. Мужа покормить. Муж пошел заводить машину, прогреть. И магазин пошел за сигаретами. Ну, а я сейчас буду... Найду, наверное, какую-то клееночку. Или не знаю, потому что земли много, и мне надо будет смешать ее с песком. Ну, в общем, все покажу вам. Будем с вами сегодня сажать вот такой цветочек. Гипераструм. Я луковичку достала, ее нужно... То, что счищается, нужно убрать, чтобы оно не гнило в земле и не приводило к гниению луковиц. Вот. Сильно ковырять не надо, так то, что счищается. Я сегодня не одна тут на кухне. Сегодня со мной этот муж. Помощник. С помощниками, говорит, да. Так, луковичку мы добрали. Я подготовила слабый раствор марганцовки. Опускаем луковицу. И пока сделаем смесь.
посадочную. Так, дренаж у нас еще, земля и песок. Я беру грунт. Видно там вообще, что я делаю. Видно. Грунт. Грунт у меня вот такой для цветущих растений. И смешиваем с песком. Агропесок. С песком лучше, потому что в обычном грунте очень плохо растут цветы. Песок должен быть. Я, наверное, добавлю еще песочку. Так, еще песка. Так, мне нужно остальное подсыпать в другие цветы. Так. Марганец делается для обеззараживания. Землю я тоже буду поливать вот этой марганцовкой. Так, грунт приготовили. Сажать буду вот в такой горшочек. Так, я ему сделала неудачно дырку. Берем дренаж. Видно, что показываю. Дренаж где-то в 2 сантиметра. Теперь насыпаем достаточное количество грунта. Немножечко брызгиваем водой. 5 грунт. Луковичку надо сажать так, чтобы верх у нее был над землей. Вот этот хвостик. И горшок нужно брать такой, чтобы оставалось по 5 сантиметров с каждой стороны. Первый месяц удобрять гипераструм ничем нельзя, пока он укореняется, прорастает. Даже можно повыше луковицу посадить. Вот так. Ну так хватит. Чуть полью этой водичкой марганец. И все. Оставляем луковку в покое, пока она не даст нам росток. Я потом покажу.
И еще будем сажать вот такой огурец. Как я уже рассказывала, мне огурец подарили. Тоже я его сейчас написано семена мелкие, действительно мелкие. Сейчас мы его тоже в марганец окунем. Можно в перекись опускать. Ну, я вот марганец сделала. Две семечки плавают на поверхности. Скорее всего, от них толку не будет. Так, беру готовый грунт овощных, зеленых, цветочных культур. Тоже буду смешивать с песком. Мы живем в Сибири. У нас сейчас март. Снега по самые уши. Поэтому песка нигде не набрать. Сок продается в обычных магазинах хозяйственных. Ну или там это цветы, удобрения всякие. Сажать будем вот в такой горшочек. Видно, чуть-чуть показываю. Тоже степень дренаж. Шум, наверное, стоит. Вообще капец. И засыпаем грунт. Грунта укладываю тоже вниз достаточно, чтобы корневая система была крепенькая. Вот так. Засыпать будем небольшим слоем. Ну все, семечки наши полежали. Две вот на поверхности. Наверное, из них, я так думаю, толку не будет. В разных местах раскидаем, чтобы им было свободненько. Так. И присыпаем сверху большим слоем земли. Так. Посадили мы огурчики. И гипераструм. Будем наблюдать. Сегодня у нас 8 марта. Всех поздравляю с праздником. Желаю счастья, здоровья, удачи в личной жизни. Целую, пух. Мы приехали на дачу подруги. На дачу подруги. Не на свою. Так классно. Подарили мне сегодня вот такой гиацинт. Очень красивый. Так пахнет вкусно. Спасибо тому, кто подарил.